Свыше 8 тысяч злостных неплательщиков алиментов выявили в Казахстане. Неутешительные цифры сегодня на пленарном заседании Мажилиса озвучил министр юстиции Канат Мусин. Он подчеркнул, что сейчас ведомство занимается разработкой концепции закона об исполнительном производстве. В ней будут заложены новые полномочия судебного исполнителя. И получается такой вот механизм, при котором, чтобы привлечь к ответственности человека, нужно затратить очень большое количество времени. Если бы законодательно у частного судебного исполнителя появилось право составления административного протокола самому, это в разы бы уменьшило количество нарушителей и способствовало бы более быстрому их наказанию и тем самым обеспечению взыскания.